Вы смотрите телемарафон «Наша победа», и к нам в студии присоединился ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Довженок. Василий Петрович, доброе утро, с праздником вас! Что вы хотели бы сказать вот всем белорусам, как человек, который знает, видел войну, послевоенные годы, вот сегодня, 9 мая, на рассвете? Война встретила меня в Плещеницком районе, когда я только окончил 7 классов. И... То есть вам даже еще 18 лет не исполнилось? Да, где еще и не было 17 лет. Вот. Несмотря на этот возраст, вспоминаю я о том, что мои даже одноклассники в этот трудный момент, видя, когда немецко-фашистская нога шагала по нашей земле, в Белоруссии и конкретно в Плещеницком районе, казалось бы, ужас. Оказалось, что мои одноклассники и все наши односельчане не испугались этого, но уверенность сохранили, что победа будет за нами. Василий Петрович, А как вам кажется, вот если наших теперешних 16-летних мальчишек взять, они бы точно так же не испугались, как вы? Ира, я тебе скажу сказать, что честно вам говорю, работники ответственного предприятия нашего телевидения, что Василий Петрович... Нет того учебного заведения, где бы я не выступался. Я выступал в факультет, исторический факультет. Когда они меня выслушали, мое выступление, и преподаватели присутствовали, я их покорил. И они меня Петрович, вот я вы честно признаюсь, тоже. Вы нас тоже покорили. Вот, вот человек, который заряжает энергию. Да. Вот в чем дело. И они меня провожали до самого дома офицеров. Скажите, пожалуйста, вот вы человек, который заражает невероятной энергией. Вы человек с невероятным чувством юмора при всем при том. А скажите, вот в те годы, в страшные годы, когда было страшно, чувство юмора помогало? Игорь, я тебе скажу, что в то время, во время войны, мы не понимали, что такое страх. Представьте себе, на Бережине в 44 году немцы сняли войска с фронта, окружили эти Березинские болота под Борисом, а мы вели бои. И мы оказались победителем. Василий Петрович, вышли. А было время для шутки, пошутить во время войны? А я о своем, о женском, о любви. Да. Была любовь? Даже на гармошке были такие, играли и плясали на поляне. Вот и сделали. В землянке жили, которые сохранились до сих пор. Тех краях. А любовь была? К женщине у меня по природе. Сама приятная и приятная. И сейчас... Вижу, смотрю на Иру, ну, прекрасная, молодец. Тут хоть какую-нибудь воду можно с Василием Петровичем. Вот, да. Василий Петрович, огромное вам спасибо. Вы буквально нас зарядили вот такой, такой искренней энергией. Утром на рассвете 9 мая и нас, и наших зрителей. Да. Мы вас благодарим, поздравляем с этим великим праздником. И желаем вам долгих лет жизни еще нас радовать. Спасибо огромное. Ой, и поцелую. Молодец. Спасибо большое. Спасибо. Такие мы сейчас. И я думаю, что мы будем до конца такими.